We have emergency, comrades. Let's help those poor guys. У нас экстренный вызов, товарищи. Поможем этим товарищам. This is Rescue Sim 2014 and Comrade Atomy. Это симулятор спасателей 2014 и товарищ Атомный. A crane has fallen in the docks and caused several serious injuries by dropping a container. Кран упал в доках и спровоцировал несколько серьезных повреждений, упав на контейнеры. Okay, three persons injured. Три человека повреждено. Let's send all the ambulances. Отправляем все скорые. Okay, we don't need everyone. Нам не нужны все машины. Okay, that would be good. Этого будет достаточно. Helicopter is would be saved, cause it will it needs more money. Вертолет я пока поберегу, потому что нужно поберечь. Окей. Team here, команда сюда. Next team there. Вторая полноценная скорая прибыла на место. Move here, двигаемся сюда. Окей, check the injuries, проверяем. Yes, body examination. Осматриваем тело. Examine the body. Проверяем тело. Так, первый выполнили. Да, у них перелом. Painkillers. Сразу обезболивающее. Интересно, если бы учитывалось. Окей, okay, here is also painkiller. Тут у нас тоже обезболивающее идет. Everyone should have their painkillers dose. Всем обезболивающее за счет заведения. Окей, okay, now we need to place the neck brace. Теперь нам нужно зафиксировать голову у этого человека. Окей, okay, bandage. Перебинтовать leg, ногу. Окей, okay, let's bandage. Все, начинаем накладывать. А, кортизон нужно, да? Кортизон. Дадим. Окей, okay, we need to check other injuries. Нужно давление проверить. Руку. Окей, okay, bandage the hand. Перевязываем руку. And let's bandage. Начинаем перевязывать все. Let's bandage. Окей, okay, he has both broken arms. У него две поврежденные руки. Low blood pressure, низкое давление. Окей, okay, that's эфинефрин. Эфинефрин даем. Живо, ребята. Окей, okay, good. Хорошо, transport them. Перевести их с помощью парамедика. And this also back to base. Возвращаемся на базу. Bandage, перебинтовать a leg, ногу. That one stabilized, стабилизирован. With own vehicle. Собственным транспортом перевозим. Окей, okay, with own vehicle. Тоже собственным транспортом. Окей, okay, where are your vehicle? А где ваш транспорт? Get over here. Сюда быстрее, доктор. Окей, okay, that's doctor. Run where your car is. Где твоя машина? Back to base, назад на базу. That would be the first four stars normal mission. Это первая у нас будет миссия на 4 звезды. Okay, you're also returning. Также возвращаться. EDU, emergency doctor unit, is free at the rescue station. Why you are still here? Почему ты все еще здесь? Back to base, назад на базу. Окей, okay, так, у нас есть... let's refill, восстановим. Repairs, ремонт. Repairs. Окей, okay, that's okay, пока все нормально. And the final is arrived back. И финальная тоже прибыла назад. Окей, okay, we completed. Four stars, 4 звезды. Nice done, отлично сделано. How much for? Только 4 звезды у нас.
Окей, let's refill, восстановим. Do we need repairs? No. Нет, ремонт пока не нужен. Wait for the next mission. Ждем следующей миссии. Airport. Аэропорт у нас здесь. Emergency assignment for the rescue station. Stabbing in the residential area. A stabbing has been reported at the North Residential District. Several stab wounds are known of. Порезы. Несколько человек ранили ножами. То есть ножевые ранения. Okay, everyone on the site. Всем на вызов. We don't need all vehicles. Всем и не нужно двигаться сюда. Here, быстро сюда. Try to stabilize him. Быстрее стабилизируйте его. Your task to take this one. Ваша задача, берете все своих пациентов. Ну, у нас здесь небольшая такая задача, да? Окей. Так, начинаем общий осмотр. Starting the general examination. Everyone, всем общий осмотр тела. Why? Where the doctor? Где у нас доктор? Why you doing nothing? Ты ничего не делаешь. Окей, done. Сделано. Painkillers, сразу обезболивающие. Also painkillers, также обезболивающие. Bandage, повязка. On the leg, на ногу. Повязка на руку. Okay, general examination. Общий осмотр. Now let's check. Теперь проверим blood pressure, давление. Blood pressure тоже. Неправильно. Обезболивающие пошли. Okay, so this is wrong. Maybe drugs. Возможно, наркотики. Проверим глаза. Okay, he has low blood pressure. У него низкое давление. Эпинефрин быстро. Okay, эпинефрин prescribed. Эпинефрин. Далее начинаем перевязывать голову. Okay, he has транспортировать собственным транспортом. Окей. Okay. Drug overdose. Передозировка наркотиками. Активированный уголь. Activated, I don't know how to call it. Не знаю, как это назвать. Bandage. A hand. Перебинтовать руку. Окей. Okay. Head and infusion. И давайте капельницу. Ставим. Окей, okay, let's check the blood pressure. Проверим давление. Окей. Okay. That one could be returned back. Этот может уже возвращаться назад. Окей, okay, good, хорошо. Do we need MCU? Окей, okay, those back. Возвращаемся назад. Let's check blood. Blood pressure is wrong. Давление неправильно. Значит, check. Okay, check this. Проверим вот это. Low blood pressure. Низкое давление. Снова эпинефрин ему прописать. MICU 2 is free at the rescue station. Yes, this is correct. Правильно. Okay, transport them with paramedics. Парамедикам транспортируем. Все, эти ребята возвращаются. Heart attack. У него сердечный приступ. Дефибриллировать. Понятно. Defibrillate. Окей, good, хорошо. Mm-hmm.
Не, ну мне же нужны эти ребята. Окей. Быстро сюда всем. Окей, did we prescribe this thing? Мы дефибриллятор уже использовали. Окей, patient at hospital. Пациент отправляется в госпиталь. Окей, stabilize. Стабилизирован. PTA is free at the rescue station. Окей, back. Возвращаемся назад быстро. Доктор is back at machine. Доктор снова возле скорой. Back to base. Назад на базу. Good, хорошо. Starting repairs, начинаем ремонт. That's okay, все нормально. Refill. Восполним. Okay, mission complete. Миссия завершена. That's very good, очень хорошо. Continuing on, продолжаем дальше. Repairs, ремонт. How much stars? Сколько у нас? 7. 7. Okay, so we can upgrade something. Мы можем что-то улучшить. Oh, let's upgrade this. За 2 звезды. Emergency assignment for the rescue station. Tiger attack near the offices. Wow! Wow! Multiple bite injuries have been reported caused by a tiger who escaped from the local zoo. Тигр убежал из местного зоопарка. Срочно медицинскую помощь тигру. Тигру медицинскую помощь. Окей, okay, sending these things. Отправляем вот такие. Скорые. You don't need any sounds. Не надо никаких звуков. MICU-2 heli arrived at the scene. Отлично. MICU-1 arrived at the scene. Прибыли. Давайте, бригада занимается каждая своим поврежденным человеком. Cool, Tiger. Круто, тигр атаковал. Вот это вообще жесть. Бывает же. Окей, general examination. Общий осмотр начинаем. Also general examination. Всегда начинаем с общего осмотра. Все нормально, они просто отдыхают. Подумаешь, тигрик немного укусил. Да, тигрик? А, миленький котик. Хотите себе тигра? Хотите? А? Я знаю, хочу. Хотите. Окей, let's prescribe painkiller. Сразу обезболивающий. Окей. Диагноз set. Диагноз определен. Everyone assigned painkillers. Всем обезболивающие прописали. Start bandaging, начинаем перевязки. Окей, okay. I like bandaging. Очень нравится повязки накладывать. Прям не то слово. Люблю повязки. А вы что любите? Вы любите, наверное, наносить вещи наоборот. Всяким там монстрам, тиграм. В том числе, да? Окей. Okay. Так, я думаю, обычно у кого-то там повышенное давление или что-то такое, поэтому... Окей, let's bandage the leg. Перевяжем ногу. Okay. Good, хорошо. Let's check the blood pressure. Проверяем давление. Okay, this need to bandage the leg. Этому перевяжем ногу. No problems. So it could be evacuated. Его можно эвакуировать. Why we are not evacuating him? Почему мы его не эвакуируем? Because he is sitting, he does not need... Потому что он сидит, ему не нужны эти... Отлично, не прав... Окей. Low blood pressure, низкое давление. На низкое давление эпинефрин. Пенилфрине. Эпинефрин, давайте прочитаем. Сейчас прочитаем, что такое эпинефрин. Пауза. Очень интересно. Ибупрофен это был, эпинефрин. Эпинефрин.
Нет, не адреналин, а эпинефрин. Ага, это адреналин то же самое. Окей, so this is adrenaline also. Гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников, вырабатывается организмом из тирозина, аминокислоты, поступающей с пищей. Адреналин также образуется. Гормон сужает сосуды, особенно в брюшной полости. Объем крови в организме перераспределяется из печени. Селезенки она оттекает в сосуды тела, пополняя объем циркулирующей в них крови. Вследствие чего сосуды, ведущие к сердцу и мозгу, расширяются, кровоснабжение органов улучшается. Является адреналин, содержащийся в разных органах. Okay, so adrenaline is lowering the vessels of the body and also stimulates the body flow inside the organism. So this is the stimulation. Эпинефрин это оказывается адреналин, я и не знал. Good. Transport with the paramedics with own vehicle. Собственным транспортом. Окей, парамедикс. Парамедики у нас готовы. Take this one. Где у нас есть еще один поврежденный? Yeah, transport him. Его забирайте. Зря только вертолет вызывал. Очень много расходов будет. Back to base. Назад на базу. Окей, ready. Back to base. Снова на базу. Не очень удобные иконки, к сожалению, не информативные. Окей, this is 4 stars. 4 звезды будет. Mission is complete. Миссия завершена. Окей, maybe I need this... Окей, 5000. 5000 заработал. How many we call for the helicopter? 1000. 1000 фактически за вызов вертолета. Используем. Окей, damage, повреждения. That's okay, пока все нормально. Окей, starting repairs at helicopter. Начинаем ремонт вертолета. Окей, this increase speed of repairs, увеличивает скорость ремонта. Общий диагноз нужно улучшить. На 10% все медицинские осмотры ускоряет. Emergency assignment for the rescue station. Fire on the farm. Пожар на ферме. Множество поврежденных людей. Окей, okay, let's send everyone. Отправляем всех. Helicopter on scene. Вертолет тоже отправляем. You don't need to be rapid. Тебе не нужно быть быстрым. Heli 1 arrived at the scene. Вертолет уже на месте. Окей, okay, get over here. Быстро сюда. Собственно, почти все прибыли. Так. Медики оказывают первую помощь. Мы прибыли быстрее, чем работают пожарные. Начинаем проверку. Окей. Get over here. Двигаемся сюда. Where are they, Egypt? Где у нас другие пациенты? Окей, what's the problem? So, какие проблемы? Check the blood pressure. Проверим давление. Okay. Get over here, быстро сюда. Can we cancel? А можно ли отменить? No. Нет. Окей, okay, that's wrong. Неправильно сделал. Painkillers сразу обезболивающие. General examination, общий осмотр. Good, now let's bandage. Теперь накладываем повязки. I guess he does not need any transport. По-моему, ему не нужны никакие транспортировки. Okay. Get here. Быстро сюда. Okay. Okay, your task to examine this one. Проверяйте вот этого, bandage.
Перевяжите ногу. Окей, painkillers, обезболивающие. Good, здорово. Окей, he can be transported with paramedics with own vehicle, собственным транспортом. Да, отправляем его на вертолете. Общий осмотр, погнали. Одного забрали. Так, есть обезболивающие, теперь только повязочки. We are just giving painkillers generally and bandages. В основном мы даем обезболивающие и повязочки накладываем, и все. Это все, что мы делаем. Так, давай-ка ногу. А, нет, обезболивающие вначале, конечно же. Обезболивающие за счет заведения. Окей, MC1. Двигаемся. Первая скорая бригада тоже должна помогать. Окей, leg. Теперь перевяжем ногу. Let's bandage the leg. Перевяжем тоже ногу. General examination. Общий осмотр. Так, что теперь? Руку. Окей, good. Transportation with own vehicle. Собственным транспортом давайте пациента отправлять. Окей, painkillers, сразу обезболивающие даем. Парамедиками отправляем, все назад. Окей, так, у нас все нормально. Осматриваем. Это у нас первая скорая. Окей, maybe blood problems. Возможно, он проблемы с... Возможно, у него есть это... Надышался дымом. Тогда активированный уголь, скорее всего, давать надо будет. Так, эта бригада тоже может отправляться домой. Wrong, неправильно. Check the eyes, проверим глаза. We can lose one more star. Еще одну звезду можем пропустить. Так, еще один штраф. Wrong, неправильно. What, he has problems? Okay, let's check this. Давайте проверим вот это. Back, назад. I cannot diagnose any other injury. Не могу определить, какое еще повреждение. Wrong, снова неправильное. Неправильный диагноз. Check this. Давайте окружение осмотрим. Возможно, как раз химические ожоги. Wrong, неправильно. Давайте кислород в крови. Да, действительно, пожар, кислород в крови, это логично. Oxygen level in the blood after the fire. Yes, this is what we should do the first. Это что с первой надо было делать. Okay, yes, he has problems. Smoke inhalation. У него поражение легких. Надышался дымом. Oxygen mask and pain killing. Ага, только маску нужно дать ему. Oxygen mask. And we failed mission. И мы провалили миссию. Only two stars. Только две звезды. Sad. Грустно. But this is the case. Но такая вот у нас особенная задача. Доктор, get over here. Доктор, быстро сюда. Back to station. Назад. Окей. Ладно, пусть так и будет.
Mission is complete, миссия завершена. Only 2 stars, только 2 звезды заработали. Sad, грустно. So, be safe, live long and prosper, comrades. Будьте аккуратны, товарищи, живите и процветайте. До следующего эпизода.